Дорогие десногорцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с праздником Светлого Христова Воскресения и ко всем вам хотел бы обратиться словами пасхального приветствия «Христос воскресе!». Для всех нас праздник Пасхи Божией является символом надежды, потому что Господь наш Иисус Христос, придя на эту землю, не имея на себе никакого греха, не будучи виноватым ни перед людьми, ни перед Богом, претерпел страшную, несправедливую смерть и был распят, а перед распятием вынес и предательство, и пытки, и издевательства, то есть прошел крестным путем. И когда в нашей с вами жизни случается что-то подобное, когда несправедливость входит в нашу жизнь, когда нас могут предать, когда какие-то испытания сваливаются на нас, мы очень часто можем потерять надежду, начать убиваться и подумать, что все погибло. Но если Господь, который не имел на себе никакого греха, прошел этим крестным путем, то, наверное, и нам, братья и сестры, часто согрешающим, следует все-таки принять эти испытания как что-то должное. И все эти трудности, все испытания, все несправедливости, которые нам приходится принимать в нашей жизни, есть следствие нашего греха. И всякий, кто поверит Господу и подобно Ему, возымеет в себе смирение и терпение идти путем этих страданий, испытаний, неизбежно придет к воскресению, и жизнь его озарится радостью Святой Пасхи. Поздравляю всех вас с этим великим светозарным днем Пасхи Господней. Я хотел бы всем вам, мои дорогие, пожелать неизменно крепости телесных сил, силы духа, в многоразличных испытаниях и трудностях нашей жизни иметь мужество и мудрость все это преодолеть, чтобы Господь сохранил всех, кто дорог вашему сердцу, сохранил мир в наших семьях, благословил все наши труды и начинания, и неизменно, чтобы наша радость озарялась светом великого всерадостного праздника Пасхи Господней. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Thank you.